Ну, наверное, начнем с того, да, то, что все-таки, может быть, кто-то напомнить нужно. То, что у нас прошлого сезона 7 игроков нет, и они все основные. Вот 2 остались дома, потому что они немножко приболели. Надеюсь, что к следующему туру они уже подготовятся. Вот повторюсь, 7 игроков основного состава. И здесь как бы вспомнилась такая сказка. Как-то сказали солдату, нужно накормить кашей бойцов, воинов, а пшена не дали для каши. И вот он варил кашу из топора. Вот и мне, наверное, приходится варить из топора. А в комментарии по игре, конечно, столько создавать моментов с такой командой, с чемпионом России, со «СКА-Нефтяником». Но реализация, очень много моментов было. И они были очень хорошие, игровые, не хаотичные, а вот именно такие игровые моменты. Но в последнее время, может быть, где-то усталость помешала или мастерство чуть подвело, но хорошие, великолепные моменты. По игре я могу сказать, что ребята старались, молодцы. По движению, ну, может быть, немножко уступали. Это естественно, потому что команда «СКА-Нефтяник» уровня мастерства, ну, на 2, наверное, головы выше. Но я ни в чем не могу упрекнуть своих ребят. Они молодцы. Они старались. Показалось, что под конец немножко подустали. Я вам и говорю, да, но у нас же молодежь сидит. Заменить, ну, конечно, замены были, но это еще пока сырой материал. Они слишком молодые, они еще не нюхали пороха в таких играх с такими командами. Ну, ничего, я думаю, что это пойдет на пользу им. А вот скажите, пожалуйста, вратарей как планировали на этот выезд? Вот Яшин в Иркутске, Темников в Хабаровске, это было изначально так запланировано? Нет, нет, вот как раз вот вчера мы так вот немножко с Александром Васильевичем Ксанчуком так вот все взвесили минусы и плюсы, да. Они равноценные, хорошие вратари. Но здесь Витя, он такой эмоциональный. И вот мы так вот подумали, все-таки родные трибуны, ну, дома играет, как бы его не захлестнуло вот эти вот эмоции. Мы с ним переговорили, и с Виктором переговорили, что мы приняли решение, что сегодня играет в воротах Саша Темников. И он принял это решение нормально, спокойно, и сказал, вы, наверное, правы. Вот, поэтому вот так вот. Ну, мне игра, вот, хорошая игра. Хорошая, динамичная, весь интересная, с изобилием моментов. Я говорю только про свою команду. Вот. Ну, наша главная задача, да, была, наверное, настроиться, во-первых, на эту игру, да, ребятам. То есть, на фоне той усталости, которая у нас сейчас есть. Понятно, что сейчас непросто это все. А потом, когда мы вышли на раскатку, уже видно, мы не знаем, по какой причине у нас уже целую неделю мы не можем тренироваться по-нормальному. Не тренироваться, не играть на нормальном льду. Ребята боятся идти в вираж, они, у них все коньки вылетают, они боятся упасть. Из-за этого скорость у нас теряется, и мы теряем самый главный козырь в нашей игре – это скорость. И, конечно, качество игры сразу же опускается на ноль. Не знаю даже, все. Понимаю, что мы вроде выиграли, но содержанием игры я совершенно недоволен. Ну, может, объективная причина игры есть на это. Вот второй матч подряд, да, мы наблюдаем такую картину, что во втором тайме команда действует намного более слаженно и агрессивно. Есть какая-то причина? Ну, я же говорю, что это на фоне той усталости, которая у нас сейчас есть. Как бы еще слава богу, что мы, ну, вот это сейчас происходит, как бы, когда мы можем себе не то что позволить, а как бы за счет где-то класса еще сыграть. Как бы, вот это, конечно. Это не просто так происходит. Нам надо быстрее пережить это время, как бы, этот период.